Друзья, всем привет! Сегодня мы отправляемся в одно интересное место – ресторан Гарри Поттера. Вы знали, что он тоже популярен в Индии? Оказалось, что очень. Так что у вас будет шанс оценить его вместе с нами. Привет, друзья! Нам предоставилась возможность поговорить с владельцем кафе и задать несколько вопросов. Дивьяни, ей 27 лет, и она уже онер такого кафе. Мы не спросим, как возникла идея создать такое кафе? Дивьяни рассказала нам, что с детства она читала Гарри Поттера, и еще ей нравились сериалы «Друзья», это американский сериал, и у нее была мечта, чтобы создать такое кафе или сделать, открыть кафе в стиле Гарри Поттера. И вот 2 года назад, в 2019 году, она осуществила свою мечту, и со своим другом они открыли кафе. Это Шубам, его зовут Шубам, он партнер Дивьяни, они вдвоем открыли это кафе. У нас второй вопрос Шубаму по поводу меню. Что за меню и, может быть, что такое специальное меню у них в кафе? We offer customers like Chinese food, Indian food and Mexican food over here. And we have a chef team over here. Like 10 people we have in our kitchen. Two specifically for Chinese, two specifically for American food, two specifically for Indian. And we also have the help over there. And so we have the best
of best for our customers. Then you can come here and we will serve you our best dishes for you. Они готовят, кроме индийской еды, континентальная еда у них. Китайские блюда у них есть, мексиканские у них блюда есть. И в их коллективе 10 поваров. Двое ответственны за китайскую еду, двое за индийскую, двое за мексиканскую. И на остальные, которые помогают им. А главный шеф, у него опыт, 10-летний опыт. И они получают отзывы от своих клиентов. Большие отзывы, положительные отзывы, и все довольны их едой, как он говорит. As a simple man, in 2016, I just started working in Tata Steel. I worked for Tata Steel for 4 years, and in 2019 I decided to open my own cafe. So I just meet Divyani. She is very humble and she is very sweet. We just meet in 2019 and we search for a cafe, like we'll open a cafe. And that way like people will love to know that the Harry Potter and Friends, both the things are best for the people. The vibes from 90s they'll love. So that's why we just research the thing that what the best thing we can offer for Friends and what the best thing we offer for Harry Potter. And we just organize our cafe in that way that people will love. Чтобы вам рассказал, что в 2019 году он встретил Дивьяни, вот. И они вместе сошлись на той же идее, чтобы создать кафе, которое бы привлекало не только едой, но и привлекало интересной какой-то тематикой. А так как Гарри Поттера здесь очень любят в Индии, и также сериал «Друзья», американский сериал, вот показываю картинку, тоже очень популярный, в 90-х годах. Вот. И на этой теме они вдвоем сошлись и решили открыть кафе 2 года назад. Два молодых человека, Дивьяни 27 лет, а Шубану 27 лет. И это очень удачно у них сейчас расцветает кафе. Спасибо нашим друзьям. Спасибо Шубаму. Thank you so much. Друзья, как вам понравился ресторан? Оказалось, что он еще посвящен сериалу «Друзья». Отличное место для фанатов этих фильмов. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. На этом пока все. С вами была Елена. До новых встреч. Пока-пока.